Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня прямой эфир по росписи жостовской, но я все равно хочу сделать распаковку бокса Dolce, который посвящен модному дому Dolce & Gabbana, и роспись, которую я сегодня буду показывать, она тоже будет такая цветочная Dolce & Gabbana, но в технике жостовской росписи. Это моя любимая техника, она пусть и самая сложная, вот, но если вы ее освоите, поверьте, клиенты, они ищут таких мастеров, кто так очень красиво может расписать и сделать такую сложную, красивую ручную роспись. Просто когда говорят, что цветы клиенты не любят. Дело не любят, а клиенты просто не могут найти тех мастеров, кто сделает это очень виртуозно и качественно. Понимаете, когда смотришь на эти цветы, а их съесть хочется. Сейчас предлагаю сделать немножко в другой цветовой гамме. Хочу, сейчас себе в голове держу вариант более яркий. Это я сейчас показывала ВКонтакте. Но здесь в Инстаграм будет использован тот же трафарет, хотя нет, наверное, трафарет давайте возьмем вот такую какую-нибудь. И хочу сделать такой вырви глаз цветок. Итак, новый бокс уже есть в продаже на Эми Шоп сегодняшнего числа. Долгожданный, очень многие его ждали. 4 цвета гель-лака. Сейчас можно их будет быстренько выкрасить. Более основательно я хочу подготовить к среде прямой эфир, где прям с картинками хочу показать тренды в рамках этого дома, что он предлагает нам осенью, зимой. Почему такой выбор декораций? В этот раз, смотрите, мы с наклеечками в боксе. Это очень хорошо, что мы с наклеечками в боксе. И самое главное, что здесь такое количество декораций больше, чем в предыдущих боксах. И в этот раз я постаралась сделать декорации, чтобы шел 1-2 внутри элемента, но они идут в большом количестве. Так, сейчас я уберу. Сейчас видно хорошо, например, идут крестики, да, и вот весь слайдер посвящен только крестикам. Идут вот такие вот штучки, видите, концентрация их идет, чтобы хватило на большее количество клиентов. Вот, ну, единственное исключение кружева, как бы я тут согласна, да, хватит максимум, ну, на 4 клиента. Вот где-то на 4 клиента, все остальное можно будет сделать при помощи, если нужен будет черный гипюр в стиле Dolce & Gabbana с этими украшениями, то есть пластина гипюровая, очень классная. Вот, поэтому, видите, мы берем цветок, и только этот цветок на слайдере, чтобы большему количеству клиентов досталось таких дизайнов. Вот, то же самое. Обратите внимание, вся роспись сделана вручную, и взята она из курса жесткого Dolce & Gabbana как раз. Вот, смотрите, видите, концентрация украшений на одном слайдере, большое количество повторений, чтобы хватило на большее количество клиентов. Сразу вопрос, повторим ли мы броши из Габриэль? Да, повторим. Я обещала, что как только старт продаж начнется в Европе, Габриэль, вот, а он сейчас уже идет. Сейчас, вот кто вчера спрашивал, кстати, за Прибалтику, вот мне сегодня ответили, что скоро будет груз отгружаться в Литву, и скоро в Литве тоже будет бокс Габриэль. Вот, в России сейчас бокс Dolce. В Европе сейчас бокс Габриэль. Dolce тоже будет в Европе, не переживайте, просто чуть позже, с запозданием. Видите, 10 декораций, аж целых 10 декораций, как всегда. Дайджест в электронном виде. Вот, как всегда, дайджест в электронном виде. Смотрите, какой он хорошенький. По QR-коду вы можете все это скачать. А сейчас мы с вами будем делать роспись жостовской техники, потому что я редко показываю такие сложные техники здесь в аккаунтах. В основном это либо в клубах платных, да, я вот 2 года вела клуб Эми Про Клаб с Верой Мершниченко, и в рамках клуба я вела как раз сложные эфиры по сложной росписи. Вот, обещала еще на прошлой неделе, что начну показывать здесь технику жостовской росписи. Хотя я периодически, но нет, но здесь показываю ее. Так, давайте сейчас сделаем быстро выкраску.
Да, в Латвии уже есть. Просто в Литве нету, но в Литву товар, я так поняла, уходит на этой неделе. Поэтому буквально на днях и в Литве это тоже будет. Нет, Новый год я еще не показывала, девочки. У нас начинается, как бы, как это так помягче сказать, марафон прямых эфиров только посвященному Дольче. Вы же понимаете? Все у меня сейчас будет нести. Я завтра сажусь себе уже руку делаю. Почему завтра нет прямых эфиров, а со среды? Потому что мне нужно сделать себе руку с Дольче Габбана. Мне ее уже спиливать пора. Дольче Пинк, роскошный розовый. Он чуть-чуть потемнеет после полимеризации, но потом цвет восстанавливается. У меня тут выключился. Так, следующий цвет. Раскрошенный зеленый. Цвета, да, немножко летние. Но я бы не сказала, что, знаете, сильно уж. Потому что если брать, например, осень в одежде, в аксессуарах, так это вообще не яркие цвета. Есть еще ярче. Смотрите, какой классный Dolce Green. Костя, Костя, успокаиваемся. Ты, мама, видишь, работает. Мама работает. Фиолетовый тоже. Dolce Purpur. Завтра я буду делать снова коррекцию себе. Обязательно сниму видео. Потом проведу эфир с новым маникюром на себе. Уже от Dolce Gabbana. Конечно же, первый цвет у меня будет посвящен розовому. Я когда даже готовилась к этому боксу, я сразу знала, что у меня будет розовый первый маникюр. Потом я хочу сделать зеленый маникюр обязательно. Так, ну и роскошный цвет просто черный. Именно из-за черного цвета пришлось поменять местами Габриэль. Потому что, вы же видите, Габриэль бокс больше для осени, а Дольче больше для лета. Но пришлось менять местами вот именно из-за этого оттенка. Это роскошный черный цвет. И он именно не шиммерный, а он перламутровый. Он перламутровый, мелкий, жемчужный, очень аккуратный, благородный перламутр. И при этом цвет прям реально черный. Ногти такие клевые получаются. Поэтому кто любитель темных оттенков, для вас это прям будет кайф. Вы потом будете за этим цветом еще гоняться. Вот, но он только в боксе идет. Вот он идет только в боксе. И тоже, видите, название Dolce Black. Dolce Black. Так, ну все, можно переходить к росписи. И, как я обещала, жостовская роспись. Для жостовской росписи, как всегда, нам понадобится импаста. Нам понадобится импаста. Нам понадобятся витражи. Ну, так как вот я сейчас ВКонтакте вела эфир, здесь я работала четко витражами, да? Витражи это... Даш, скажи ему. Костя, уйди. Это манго. Это браун гранит. Это вот такой розовый цвет. У меня, видите, без названия номер 256. Потому что это те витражи, которые у нас вышли сначала в гель-лаках, потом мы их выпустили в баночках. Just Red. Это идеальное решение для жостовской росписи. Это вот просто идеально. Вам этих красок хватит на всю оставшуюся жизнь. Расход у них очень маленький. Вот. Ну, я обожаю для акварельной росписи и для жостовской в том числе. Но я так подозреваю, так как я хочу сделать все-таки яркий сейчас цвет этих цветов, мы будем использовать с вами сейчас не витражи, а мы будем сейчас использовать неоновые гель-лаки. Так, еще раз показываю цвета, которые вошли в бокс Габриэль. Видите, розовый чуть-чуть сейчас стал темнее. Но он буквально через 3 часа опять восстановится.
Вот. В среду я буду показывать эфир уже с дизайнами из этого бокса. Вот. Буду показывать обзор по Dolce & Gabbana, по трендам самого Dolce & Gabbana, что он этой осенью предлагает, и почему вот такие интересные у нас декорации вышли. Так, поехали. Фон предлагаю сделать из этого же бокса. Давайте возьмем Dolce Green. На зеленом цвете сделаем. Даш, он открывает мою красную помаду. Закрываю. Не надо. Я закрываю просто. Зайчик, я тебя прям смотрю, тебе скучно, да? Да, мне скучно. Ну, в планшетик поиграй, я тебе разрешаю. Да вон рассердился. Я играл в Майнкрафт. Не успел даже портал сделать. В Польше я тоже думаю будет. А? Германия пока бокса Габриэль нет, но я заказала с России. Этот бокс вообще не представляю, когда будет в Германии. Так, все, зелененький. Я сейчас буду использовать трафареты наши, самые обычные для акварельной росписи. Они для жестовской росписи прекрасно подходят. Вот, единственное, что трафареты без белой подложки плохо видны на таких вот темных цветах. Ну, я надеюсь, что я сейчас смогу это все рассмотреть. Вот, поэтому беру сейчас без белой подложки, хотя цвет такой достаточно темный сейчас будет. Вырезаем такой а-ля пиончик, хотя пион я не планирую делать. Нам этот трафарет нужен только для того, чтобы композиционно были интересные мазки, потому что самой из головы сделать хорошую композицию лепестков очень сложно. Поэтому я всегда рекомендую пользоваться нашими трафаретами. Потому что трафареты универсальные, для всего подойдут. Хоть вы будете делать лепку, китайскую роспись, жестовскую роспись, акварельную роспись, просто какую-то декоративную роспись, трафареты помогают вам, видите, создать рисунок лепестков. И это очень удобно, это очень экономит. Габриэль, да, бокс уже в Европе появился в продаже. Да, у меня для вас очень хорошая новость. Это очень хорошо. Габриэль, он прям в контексте осени отлично. Для тех, кто из России, обязательно до Нового года выйдут броши, дополнительный тираж из этого бокса. Потому что все, кто покупал бокс, очень хотят, чтобы мы сделали повторно тираж отдельно брошки. Поэтому отдельно брошки будут. Так, слушайте, девчонки, я, конечно, сомневаюсь, что я сейчас этот трафарет рассмотрю, потому что цвет очень темно-зеленый. А, нет, все видно. Смотрите, все хорошо видно. Костюш, ну, пожалуйста, ну, ты прям, ты меня уже уморил. Пока ВКонтакте я вела эфир, ты прям как бу-бу-бу. А когда дай пульт от телевизора? Ну, пульт я точно тебе не дам. Я сейчас вообще, все будут сидеть, мультики твои слушать. Ультрабонд. Ага. Брошки будут отдельно, будут. Это я уже поняла. Так. Сейчас, чтобы на этом темном фоне не потерять контур, предлагаю сначала контур сделать, прорисовать, а потом сделать тени. Нам нужно сейчас сделать красивый подмалевок. Для чего? Жестовские мазочки, они хорошо смотрятся на подготовленном подмалевке. Если нет красивого подмалевка, мазки смотрятся примитивно. Если хотите, чтобы было дорого, богато, сложно, нужно делать послойно, в несколько этапов. Так, сейчас перекрываете любым финишем. Кстати, не имеет значения, какой сейчас будет финиш. И выкладываем на палитру. Что нам понадобится? Ну, точно нужен черный гель-лак. Его всегда используют для подмалевка в акварельной росписи. А здесь мы акварель используем как подмалевок. Чтобы сделать эффект витража для черного, мы берем теклос. Разбавляем теклос. Тут такой полупрозрачный черный появился. И им сейчас, чтобы не потерять, чтобы, особенно кто слепой, да, плохо видит. Это я слепой.
Константин. Константин, я понимаю, что тебе скучно. Так, смотрите. Ну, да, мне скучно. Да ты ж мой зайчик. Смотрите, сейчас пройдусь, прорисую, чтобы не потерять лепесточки. Потому что если я сейчас сразу замажу весь подмалевок, есть вероятность, что я потом ничего не рассмотрю. Поэтому, так как фон, видите, темный я выбрала, поэтому мы сейчас поступим вот таким образом. Быстренько пробегаемся, прорисовочку делаем. Жёсткого делают клиенты. Во-первых, вот у нас нет классического жёсткого. Если возьмете Даш, позвони Лёлику, скажи, чтобы он мне не звонил, у меня прямой эфир идет. Даш. Поэтому мы, когда курс сделали, жостовская роспись, мы технику взяли, но цветы не стали брать жостовские. Потому что очень уж они смотрятся как цветы на чайнике, на подносах. Не хочется этого. Поэтому мы за основу всегда, когда берем цветы из жёсткого, для нас это Dolce & Gabbana всегда. Поэтому и бокс, который сейчас посвящен Dolce & Gabbana, и там много цветов. Тоже цветы мы брали именно нарисованные вручную из этого курса. Поэтому кто полюбил роспись с этого курса, вам будет вдвойне приятно, что роспись сделана вручную на слайдерах. Как раз Наташей Гановой. Все сделали. Подсушили. Теперь приспокойненько можно что сделать? Взять красный витражик. Просто все протонировать. Все протонировать. Понятно, сейчас он красным смотреться не будет, потому что красный ляжет на зеленый. Я тоже за... Все, короче, Костик переживает за тебя, что мама не включает тебе мультики. Нет, мама уже кроет. Костик сегодня не пошел в садик. Гулять он не хочет ходить. Поэтому нет уж, девочки, спасибо. Как-нибудь без мультиков. Вот видите, почему я не стала перекрывать все это сразу подмалевком. Иначе бы я этот контур потом не увидела. Поэтому рекомендую сначала прорисовать, чтобы контур сохранился, а потом уже вот тонировать, сам подмалевок делать. Мы сейчас не будем делать с вами сложный подмалевок. Все вот так вот прошлись. Даже можно этим же листики пройтись. Все, сушим. Сейчас буквально делаем тень и все. И начинаем с вами роспись сложную уже. Самое сложное всегда в конце, на последочек оставляется. Это мазочки. Так. Ну, прям где не хватает тень. Ты что там рыдаешь, Костик? Даш, сделай хлопья малышу. Ну ты что? Дочь. Она сказала потом. Даш. Я сейчас помогаю Лёше. А, сейчас она Лёлику помогает. А что Лёлик хочет? Хочет. Эми Скул, дочь. Ой. Так, все. Теперь можно переходить уже к росписи. Все, видите, тени есть, самое главное. Есть. Сушим. И теперь берем уже эмпасту. Ну, какой основной цвет нам сейчас здесь понадобится? Так, я предлагаю брать белый рафинад и с ним намешивать, наверное, вот желтый. Да, так и будем делать. Берем эти два цвета. Всем здравствуйте, девочки. Сегодня роспись
жёсткого в стиле Дольче Габбана. Это сложная художественная роспись, которую мы апгрейдим через цветы, увиденные у Дольче Габбана. У нас нет традиционной такой росписи здесь, да, вот этих цветочков с самоваров, с подносов. Так, делаем такой светло-желтый оттенок и проходим первый проход. Делаем первый проход. Кисти, смотрите, кисти, которыми я всегда работаю. Эти кисти у меня всегда под рукой. Вот. Это то, что если я куда-то еду, что-то записываю, что-то веду, это то, что должно быть всегда у меня под рукой. Это две кисточки для жёстовской мазковой техники. Вот две единички. Две единички. Это КЗНО1, КЗЛЕ1. И мазок номер 0, КЗМ0. И линейная кисть. Это 5/0 КЛ. Это все синтетика, потому что колонковые кисти для гелевых красок не подходят. Особенно для импасты. Ой, ни в коем случае белым рафинадом мы не рисуем френч. Это же импаста. Она только для росписи. Никаких французских маникюров. Упаси Господи. Ну что там, не нарисуешь в принципе. Итак, чтобы мазочки были красивые, есть маленький секрет. Это топ-слайдер. Именно он создает очень красивую маслянистую поверхность, по которой, как в жестовских подносах, краска гелевая ложится, как масляная краска, скользит. Вот. Ну, я поначалу, видите, не перекрываю полностью, только центр цветка, сушим, топ-слайдер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, от 10 до 15 примерно. Можно смешать две краски. Ну, можно, да. Можно белый рафинад с чем-нибудь смешать. Так, все. Дочь. Ну, да, ребенку молоко с хлопьями. Все. Все, тихо. Начинается самое сложное. Мама должна не дышать, не говорить. Она должна думать сейчас о красивых мазочках. Смотрите, чтобы было хорошо видно, вот так вот набираем, чтобы вам было видно. И поехали. Чуть-чуть подтекает, чувствую импаста, потому что маловато 10 секунд, 15 секунд. Он в руках держит молоко. Видите, вот эти дальние лепестки, их же неудобно делать прям мазками. И я, честно говоря, и не мажу. Я просто буквально прокладываю контур и чуть-чуть протягиваю к центру. Здесь даже можно прихватывать чуть-чуть. Видите, на несколько секунд в лампу. Видите, можно наложить красочку, оторвать кисть, почистить ее и вот так протянуть мазочек. Особенно такие широкие лепестки. Видите, что я делаю? А потом подтягиваю. Обязательно сохраню. А как же? Все сохраняю, все выкладываю. Только на следующий день.
Ну, вот буквально 1-2 секунды я подсушиваю, и все. Видите, такие широкие, ой, широкие лепестки. Видите, их вот так вот легче протягивать. Видно? Я хочу пить водичку. Да, водички-то у нас и нет. Придется пить из крана, походу. Какого из крана? Ну, кран. А который мыть? Опять вот так накладываем по границе. Тоже, видите, протянул. Мама, принесли. Мама, принесли. Закрой дверь, пожалуйста, зайчик. Мама, принесли воду. Не воду, а воду. Костюш, пожалуйста, ну дай мне тетям ростовскую роспись показать. А потом заберем. Да, потом заберем. Вот курс, если взять, что живое, что онлайн. Там везде в первую очередь дается тренировка, ставится рука. Вот очень сначала важно поставить руку. После того, как вы поставили руку, только потом можно приступать уже к цветам полноценным. А до этого нужно сидеть до посинения, просто мазочки тренировать. Вот эти мазочки, птички так называемые. Сейчас мы монотонно проходим, прокладываем. Все лепестки. Так. Так, ну чуть-чуть мне тут прям осталось. Видите, я тут стараюсь прям. Вот здесь на переднем плане лепесточек. Видите, тоже вот галочку поставили, кисточку почистили чуть-чуть. И протянули. Опять галочку поставили, кисточку почистили. И тоже чуть-чуть протянули. Так, здесь у нас еще такой вот лепесточек есть. Небольшой. Тоже подсушили. Уже плохо тянется, я уже чувствую. Потому что я же подсушиваю периодически. Что происходит? У меня подсыхает дисперсия. Мне сложно тянуть мазок. Вот. Ну, я помню о том, что я в любой момент могу пройтись топ-слайдером еще раз. И освежить вот эту маслянистую основу. Опять положили небольшое количество. И подтянули. Но уже плохо прям тянется, но ничего страшного. Потому что в любом случае я сейчас буду повторно уже чисто белым проходить после дублирования. Сейчас листики еще. Это пока первый проход. Сохраню обязательно. Просто я, видите, в Инстаграм эфиры выкладываю не сразу, а только на следующий день, чтобы можно было сделать обложку. Видите, без обложки плохо, если сразу выкладывать. Так. Сегодня я хочу сделать очень яркие цветы. Поэтому сегодня мы будем подмалевок наш дублировать неоновыми цветами. Сейчас я кисточку чуть-чуть поменяла.
Все, сделали этот проход. Теперь можно подсушить. И вместо витражей сейчас предлагаю неоны взять. Я вроде, слава богу, все неоны привезла. Все, которые мне необходимы сейчас будут. Здесь можно как хотите. Можете неоны разбавить. Текласа. Можно даже здесь не разбавлять. Так. И какой? Наверное, возьмем розовый и желтый. Это базовая коллекция наших неонов гель-лак. Трафареты продаются на Emishop. Они так и называются, трафареты. Nail Dress трафареты. Их очень много. Прям рекомендую все купить. Покупаете все по одной штуке, потом смотрите, какие вам больше всего нравятся, и докупаете. Потому что бывает так, что они выпадают в дефицит, и их может быть несколько месяцев не быть, пока мы допечатаем тираж. Это просто позиция не ходовая, так как она для художественной росписи. А сейчас мало мастеров делают художественную роспись. Поэтому у нас, когда он заканчивается, тираж какой-то, мы для объема сразу не печатаем одни только трафареты. Мы ждем, когда накопится объем, а потом только допечатываем. Вот, поэтому рекомендую сразу покупать все трафареты, а потом смотреть, какие лучше пойдут. А пойдут они все, потому что это лепка, это китайка, это акварель, это просто какие-то декоративные линии, это просто для вас возможность готовой композиции лепестков. Потому что самой от руки сделать красивую композицию лепестков зачастую очень сложно. Например, хочется розу. Делаете розу, она у вас гвоздикой получается. Такое очень часто бывает. Так, давайте теклос. Даш, ты Лёше помогла? Mm-hmm. Чё там мой сыночек старшенький? Учится? Да. Учится в поте на лица. Да, на так, ну все, смотрите, что мы делаем. Для яркости. Можно подсушить и еще раз протонировать, чтобы посочнее было. Листики зелененьким сделать. Я очень люблю наши трафареты. Обязательно раз в год я пополняю нашу коллекцию трафаретов. Вот в этом году у нас вышли трафареты с белой подложкой. Это анютины глазки вышли с белой подложкой. Маки, гортензии. Там какие-то фрукты, тропические птички, листья. В следующем году весной также будет парочка новых трафаретов. Не знаю, какие. Пишите, кстати, идеи, какие есть для трафаретов, чего еще не хватает. Обязательно напечатаем. Сегодня у нас тема с вами жостовская роспись. Грубо говоря, московская роспись. Вот одним словом сказать, что это московская роспись, да? Так, ну, все, теперь заключительный слой мазков делаем с вами. Сейчас сушим. И как раз здесь как раз можно будет еще раз топ-слайдером пройтись, но не только уже цветок, а полностью весь типс. Не переживайте, кто пропустил, завтра в первой половине дня эфир будет уже в ленте. Бокс Дольче есть уже на Emishop.
сегодняшнего дня. Поэтому вот вчера многие спрашивали, когда будет в продаже. Он уже есть у многих дистрибьюторов, и он есть уже на Эми Шоп. Так, считаем до 10, до 15. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Короче. И теперь уже основательно, не спеша, я беру опять этот же колер. И поехали. Также можно подсушивать. Онлайн-курс Dolce & Gabbana есть у меня в шапке профиля. Он так и называется, жёсткого Dolce & Gabbana. Я уже не все мазочки прохожусь. Вот она действительно получается такая масляная живопись. Потому что настоящая Dolce & Gabbana делается маслом, и это очень... Ой, не Dolce & Gabbana, господи. Жёсткого, и это сложно на самом деле. Масляная живопись. Стала замечать в последнее время, что я рисую, что-то начинаю говорить, а потом понимаю, что я не закончила предложение и молчу. Раз, два, три, четыре, несколько секунд. И предлагаю взять белый декор. Смотрите, уже не белый рафинат, а белый декор. И заключительные мазочки, такие акценты проставить. Кстати, да, тюльпаны, ромашки, девчонки, точно, хорошая идея. Тюльпаны и ромашки. Вроде как простые цветочки, а трафареты, в принципе, по ним тоже не мешало бы сделать. Так и сделаю. Да, можно еще варианты с пионами другие сделать. Я еще думала, розы немножко другие сделать, трафареты. Вот. Ну, как бы не ругали, многие ругают трафареты, я считаю, блин, это палочка для, выручалочка для художественной росписи, потому что и так много времени съедает подмалевок, мазки, лепка та же. Ну, чё б себе не помочь уже готовым контуром, ну, согласны? Да, самое главное правило жёстковской росписи – это брать очень мало краски. Слушайте, ой, гляньте, смотрите, зацепила, прикиньте. Да, большая часть клиентов не будет сидеть и ждать, когда вы нарисуете им эту красоту.
Просто ваша задача найти таких клиентов, а они все еще есть. Смотрите, есть еще такие клиенты. Я просто вижу там вот по моим девочкам в FNC в салоне в Ростове, да, не по бутику, а вот где у меня Наташа Ганова работает. Дорогие клиенты, где очень обслуживаются, где чек средний 5000 за коррекцию. Там за какое-то эксклюзивное наращивание там 10 000 чек. Костик, почему, когда я веду эфир, ты хочешь какать, зайчик? Ну, садись какать, заюш. Да Даша не разрешает. Даш, ты чего попутала? Иди, заюш. Так, и здесь давать. Прям вот местами. Маленькие акценты прям поставим местами, и все. Больше не будем туда лезть. Самое главное вовремя остановиться. Смотрите, сейчас предлагаю взять тонкую кисть и тонкой кистью кое-где местами пройтись, дополнительно проставить тень. Вот благодаря этому невозможно испортить жесткого, потому что сейчас появились витражи. Потому что вот я вспоминала, когда мы только начинали жесткого вести, тогда не было витражных красок. И тогда ты, если испортил, ты испортил. Если ты, ну, как бы, забил эту прозрачность, у тебя нет этой прозрачности, ну все. Ты ничего с этим не сделаешь. Приходилось заново начинать. А здесь, понимаете, вы проходите с этими полупрозрачными красочками. Получается, во-первых, очень аккуратно. Ну, в принципе, вот даже мне здесь в этот раз не надо ничего так прям исправлять сильно. Как-то я молодец, почти не забила ничего. Просто бывает, когда тороплюсь, могу где-то слишком много белого положить, и нет воздушности. В общем, курс Dolce & Gabbana всем рекомендую купить. Он у вас... А ты сможешь сам себе попу вытереть, Заюш? Ты что, я вытерла? Ой, слава богу. Все, наконец, мы это умеем делать. Так, что я говорила? А, очень хороший курс, есть не просит. За раз, понятно, что не сможете вы его отработать. Его отрабатывать надо минимум полгода, если вы хотите прям реально крутой результат. Прям чтобы крутой-крутой результат был. Вот, ну, торопиться некуда. Сидите, отрабатывайте. Вот, но зато это такая возможность научиться делать такую красоту. Пусть у вас будет клиентов 5 на эту красоту, но она будет. Но опять же, чтобы она была, ну, во-первых, конечно, вы должны ходить с этой красотой. Согласны с этим? Пока ты не делаешь сам себе такой маникюр, не будут у тебя клиенты просить его. Сколько такое... Смотрите, вот если бы я работала мастером, даже вот здесь сейчас на Северном Кипре, меня уже многие, я вам рассказывала, спрашивают, потому что я здесь пару человек делаю бесплатно маникюр, но мне неудобно с них деньги брать. Плюс я все равно пока мастером не планирую работать, хотя как у меня папа мой шутит, типа никогда не знаешь, что завтра будет, но я точно знаю, что бывших мастеров маникюра не бывают. Это всегда пригодится. Вот даже мне здесь сейчас, когда я живу на Кипре, опять же, временно, надеюсь. Так. Все, ну, дальше финишем нужно перекрывать, и все. Можно украшалки сделать из Dolce & Gabbana, каких-нибудь крестиков здесь понаклеить. Будет круто. Ну, давайте, кстати, сделаем, да? Так, топ-слайдером перекрываем. Сейчас клеим с вами красоту. Вот
4 крылья. И сейчас мы сделаем украшение из бокса. Смотрите, я не договорила опять фразу. Блин, говорю фразы и обрываю. Даже я вот здесь сейчас нахожусь на Северном Кипре. И как бы, ну, не планирую работать мастером маникюра. Но даже здесь мне эта работа пригодилась, понимаете? Там я благодаря тому, что я там пару человек сделала маникюр бесплатно, как отблагодарила. Они мне очень здесь помогают, потому что я не знаю языка. У меня проблемы с английским языком, я его, в принципе, вообще не знаю. Мне очень сложно здесь вот было делать ВНЖ. Вы себе даже не представляете. Я себя идиоткой такой чувствовала без языка. А так вот... Девчонкам сделала маникюр, им приятно, а мне не сложно. Так они мне, понимаете, ну так помогли люди просто. Все даже не представляете, что мне даже вот, я не работающий мастер маникюра, и то мне это вот выручает и спасает. Вот, а прикиньте, там, если там окажусь в какой-нибудь ситуации, ну дай бог, что такое не случится, ну я точно знаю, спокойно пойду пилить ногти, и все будет чудесно. Прокормлю всю свою семью. Так что, мастера маникюра, вы курочки, которые несете золотые яички. Это, понимаете, такая фраза не голословно, а это действительно так. Так, прям мне хочется здесь всяких штучек понаклеить. Веселеньких. Что-нибудь сюда хочу тоже. Так. Что ты, Костюша, поешь вместе со мной, да? Нет. Ну, у меня дочка маникюру сейчас учится. Правда, обслуживать за деньги так еще и не начала. Я ей пока не разрешаю. Говорю, давай пока бесплатно потренируйся. Вот. Я точно знаю, что я со спокойной душой уеду на следующий год. Оставлю ее здесь со старшим братиком. Должен он приехать к ней сюда в университет поступать. Я знаю, что она себе здесь всегда на карманные деньги подработает. Потому что у нее вот в школе уже сейчас просят маникюр. Вот ее же одноклассницы, малолеточки. Я бы, конечно, здесь побольше украшений добавила, чтобы, ну, прям вот вообще наверняка дорого богато было. Курочки, да, девочки, это реально курочки, несущие золотые яички. Тут самое главное, только единственное, чтобы мастер маникюра грамотно себя вел в семье, как женщина, которая начинает зарабатывать больше мужа, чтобы из-за этого не разрушились ваши семейные отношения. Потому что вы начинаете себя чувствовать просто такими добытчицами, что он такой никчемный, зарабатывает меньше, чем я. А реально с хорошим мастером маникюра обычному мужчине на обычной, ну, работе тягаться с вами очень сложно, понимаете? Вы такие деньги зарабатываете очень легко. А мужчине, например... Кость, не трогай, пожалуйста, стул. А мужчине для этого нужно, например, я не знаю, там, лет 20 повышения квалификации только проходить, там, чтобы дорасти до этой должности какого-нибудь заместителя директора. А у вас уже сейчас зарплата как у директора. Согласна, что у некоторых мастеров маникюра зарплата директора. Я прям так и говорю, это зарплата директора. Вот, поэтому здесь баланс нужен. Не подчеркивать, что вы зарабатываете больше. Это ваш общий семейный бюджет. Так, я, видите, здесь в конце решила уже сверху финиша чуть-чуть импасточки добавить. Видно? Она останется у нас сверху финиша, ничего страшного. Это же красочка без липкости для акцента. Сейчас я еще листиков добавлю, девочки. Прям просятся листики еще побольше.
А, сколько бы я взяла за этот шедевр? Ну вот мне же начали спрашивать, а я так и сказала, говорю, слушайте, ну у меня цена 70-100 долларов ногти. Это минимум. Это минимум. 70-100 долларов цена моих ногтей. Вот если бы я здесь сейчас начала работать на Кипре. Если что-то какой-то такой прям эксклюзив, ну, 150-200 долларов. Вот как-то так. Если бы я сейчас работала мастером в Ростове, ну, тоже это десятка. Один клиент 10 тысяч минимум. Причем, ну, неважно, что будем делать. Это как бы такая минималка, за которую я готова вот сидеть, делать эти шедевры, потому что я знаю, что я обычные ногти бы я не стала делать. Я столько лет проработала мастером, опять же, только потому, что у меня была возможность делать просто шедевры. Все, кто хотел покрытие, французский маникюр, я это просто не делала. Во-первых, положа руку на сердце, я отвратительно делала просто покрытие. Я не знаю, почему. Французский маникюр. Ну, зато я делала там самый сложный дизайн, какой только можно было сделать. Вот поэтому у нас все, кто хотел у меня сделать французский маникюр, я всем говорила, пожалуйста, вот в соседний зал, тут сидит 35 мастеров маникюра, они вам сделают и однотонное покрытие, они вам сделают и французский маникюр. И я говорю, а я делаю только ногти с дизайна вот такой длины. Вот не хотите, тогда вот так. Да. Ну, здесь цена, мне так и сказали, здесь цена это 150-200 долларов. Вот ногти, которые я здесь ношу, там вот эти вот в стиле Гуччи, там вот Dior, вот я такие делаю, что эта цена, ну, 150-200. Если что-то какой-то совсем примитив, ну, 100. Это вот там меньше 100 долларов я работать не буду. А по-хорошему это вот что-то сложное там. Да, Вера пилила. Вера любила идеальную архитектуру, и к ней такие клиенты подбирались. Вот ее клиенты у меня не могли обслуживаться, потому что я пилила не самые идеальные ногти. Это я вот прям, положа руку на сердце, ненавидела моделировать. Хотя я была самый быстрый моделирующий мастер. Я коррекцию делала в среднем где-то за 40 минут. Это 40 минут коррекция, и у меня всегда 2 часа роспись шла. Я специально делала очень быструю коррекцию, чтобы я могла вот там 40 минут, час рисовать. Чтобы я, если надо, 1.5 часа рисовала, 2 часа рисовала, чтобы я могла с коррекцией уложиться с наращиванием в 3 часа. Где взять таких дорогих клиентов? Здесь все зависит от вашего внутреннего состояния, под ваш объем, под вашу глубину приходят такие клиенты. Вот я никогда не задумывалась, где брать таких клиентов. Они просто ко мне вот такие приходили. Вот, понимаете, у меня не было никогда других. У меня приходили клиенты, которые ложили мне по тем временам 5000 рублей. Представьте, это было там 15 лет назад. И никогда сдачу не брали. Мне оставляли там по 2000 на чай, по 1000 на чай, там вот. Ну, это много было по тем временам, потому что это еще периферия, Ростов считается. У нас таких не будет. Слушайте, ну если вы так говорите, смотрите, действительно не будет. Здесь вот кто готов, понимаете? Это, например, клиенты – это наше отражение, кстати. Это как наши мужья, это индикатор того, кто мы, какая у нас глубина. Вообще люди вокруг, и все, что вокруг нас происходит, это все наше отражение. Это мы зеркалим себе. Вот этот мир, который вокруг нас. Вот, поэтому, если хотите, чтобы мир вокруг вас изменился, вы должны сами начинать излучать это. Вот, поэтому я просто понимаю, что я, ну, на меньшее не готова. Мне даже, знаете, как в моей парадигме нет другой цены на ногти. У меня нет других таких вот клиентов, которые идут там ниже определенного уровня. Вот в моей парадигме этого просто не существует. У меня вот есть вот... Хотя мне есть над чем работать, да,
Я постоянно прохожу какие-то денежные марафоны, там, изобилия и так далее, потому что у меня планка другая, и у меня там, ну, как знаете, там она исчисляется миллионами, миллионами миллионов. Вот поэтому дизайны, если вы не любите сами дизайны, не кайфуете от них, у вас клиентов с дизайнами не будет. Вот. А если я кайфую, но ненавижу пилить ногти, вот ко мне приходят такие клиенты, которые просто готовы, говорят, Катя, ты же ты понимаешь, что ты просто такая волшебная, ты такие вещи делаешь на ногтях, и она в упор не видит, что я ей сделала чуть-чуть кривоватые ногти, не совсем идеальная форма, потому что она за дизайном, за таким количеством дизайна, она просто не видит эту форму идеально смоделированную, что она не идеально смоделирована. Поэтому, когда ко мне попадали верные клиенты, которые просто пилят идеальную архитектуру, у них просто глаз дергался. Они потом Верке втихаря говорили, Катя, меня больше не записывай. Она говорит, почему? А я посмотри, что она мне сделала кривые ногти. Зато мои клиенты, они в упор не видели, что я делала кривые ногти. Они видели только красоту, которую я им рисовала. Поэтому я всегда Верке говорила, мне твоих клиентов не надо. Они от меня требуют французский маникюр и идеальное моделирование. А следующий бокс будет два. Смотрите. Из дизайнеров бокс будет посвящен Александру Маквин. Это то, что я вообще, наверное, больше всего хотела. Больше Шанель, Диор, Дольче Габбана, потому что я Александр Маквин и его творчество просто как художник боготворю. Поэтому это будет следующий Александр Маквин. Скорее всего, это уже будет следующий год. Но в конце года вас ждет бокс очень классный. И как раз он будет посвящен деньгам, и изобилию, и желаниям. Вот, не буду раскрывать полную концепцию бокса, вот, но будет очень классно просто для девушки, женщины, там, не знаю, клиента, просто для вас. Я так думаю, вы бокс купите чисто даже для себя, не для своих клиентов, никому его не покажете, будете только делать себе. Вот. Поэтому, девчули, вы курочки, которые несете золотые яички для вашей семьи. И это правда, даже по мне, я... Вот моей дочери 14 лет, скоро будет 15. Это вот показать, я 15 лет не занимаюсь обслуживанием клиентов, да? Но вот сейчас, даже спустя 15 лет, я оказалась здесь, на Кипре, в окружении абсолютно незнакомых людей. Мне, чтобы здесь устроиться, сделать ВНЖ, какие-то, ну, как связи, чтобы у меня образовались, какие-то знакомые, которые мне ставят, ну, будут помогать, потому что мне нужно помогать. Я такая женщина беспомощная, которая не может обходиться без помощи других людей. И здесь мне маникюр просто помог. Я села одной, сделала маникюр, классные ногти смоделировала, второй сделала, да, бесплатно я это сделала. Ну все, это, вы понимаете, это человек, я вот могу теперь зайти в любом, мне нужно кто-то перевести, мне нужно съездить со мной туда-то, тут мне помочь, здесь в полицию съездить, здесь в налоговую съездить. Люди мне помогают. Почему? Потому что я ноготули делаю очень красивые, понимаете? Ну да, я сейчас за это деньги не беру, я просто это делаю, потому что, ну, мне нужно коннект сделать. Завтра я делаю себе маникюр, буду весь день снимать мастер-класс, все, чтобы это все было красиво. И в среду мы с вами встречаемся уже на презентацию официальную бокса с картинками, с презентацией красивой. Буду уже типсы делать именно с использованием декораций из бокса. Вот, покажу вам свой новый маникюр. Вам большое спасибо. Бокс, как всегда, цена неизменна 3990. 3990 уже есть на Эми Шоп. Всем спокойной ночи. Пока-пока.